Вот сегодня 31 июля отъезжает сестра Марина с дочкой Полиной. Ничего себе, Володя, по сравнению с моим-то. Тихо, тихо, тихо. Не мешайте, не ложись, я снимаю. Ну, тоже мне еще. До самого конца, слушай. Да, вы простите, но если что. Да, простите. Господь тебе. Помнишка, мы будем. Езжай еще. Ну, Бог даст. Бог даст. Давайте помолимся. Молодец тоже над собой. Да он уже машину. Он же сидит, ну давайте. Господи, благодарим Тебя за милость Твою, за то, что позволил нам сидеть тут, в этом поселке. Защити всех жителей поселка Ватеряевка, всех членов общины этой Барнаульской. От всякого зла видимого и невидимого. Господи, благодарим Тебя за все. Позволь нам остаться тем, что мы тут взяли, что мы напитались. Позволь нам это сохранить, когда мы приедем домой. И жить так, как нас тут научили. Помоги нам, Господи, направи нас путем истины. Помоги нам в дороге, Господи. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Спаси Христос. Ну, получится отлично. А главное, Господи, что отключить. А, Володя, Володя, по-моему. Заходи, давай. Ну вот, 31 июля провожаем сегодня сестру Марину с его дочерью, с ее дочерью Полиной. Ну ладно, с Богом, Марина. Богом. Да, прощаемся с тобой. Ой, Христос, за все. Прости, если что не так. Это не в сторонку, ты иди. Да, хорошо. Все, все. С Богом. Спасибо. Все, еще там. Сядемся. Ой, там мандраж такой. Не ближний путь. Смотрите, где-то здесь. Вон там, вон, все, пошли туда. Тяжелое это будущее. Тяжелое. Марина, ты там что? Что за сумка? У тебя там кирпичи какие-то. Ну все, Марин, с Богом. Спаси Христос вас. Перед отправлением в дух, да? Поехали. Благословите Господь. Спасите.
даже. Это одна улица Рассвет называется. Вернее, обратный поезд, это уже парашют в Барнауле.